Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу о забавном видео о прозрачном телефоне для приложения Лайк и ТикТок. Это когда вы стоите с прозрачным телефоном и снимаете себя на видео. Давайте просмотрим мой пример. Особенно, когда я выложила это видео, все друзья начали спрашивать: «Как? Как ты это сделала? Сделай туториал, ПЖ!» И вот я стою и снимаю. Ну что, давайте начнем? Нет. Перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишись на меня в Ютубе, на меня в Лайке и на меня в ТикТоке. А теперь давайте начнем! Итак, что же нам понадобится для этого трюка? Прозрачный чехол, человек, который вам поможет, он будет повторять все ваши движения. Это может быть друг, подруга, брат, сестра или мама. Ну что, приступим. Заходим в Лайк и выбираем любимую музыку. Мне кажется, эта музыка очень хорошо подходит. И когда там есть такая пауза после «You ready? Let's go!», я могу сделать щелчок, и у меня вместо телефона будет прозрачный чехол. И потом мой брат будет повторять все мои движения. Проводить рукой, делать зум и наклонять телефон в разные стороны. Включи музыку, чтобы я могла знать, когда щелкать. Чехол. Телефон нам больше не понадобится. Отлаживаем его. Теперь я включу музыку, чтобы можно было знать, как куда наклонять. Сделаем так несколько дублей, чтобы можно было выбрать хороший. Мы видео сняли, теперь можно отредактировать наше видео в любой монтажной программе. Я буду монтировать в KineMaster. Эта программа подойдет как и для Android, так и для iPhone. Заходим в KineMaster, выбираем размер 16:9, медиа, all, выбираем наше видео, которое мы сняли, вот оно, выбираем видео с прозрачным телефоном, обрезаем ненужные части.
удалим спереди ненужную часть и подстроим наше первое видео до щелчка. И вторую часть тоже обрежем до щелчка. В конце обрежем тоже ненужную часть и удалим. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получилось очень круто. Осталось только сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Еще раз на стрелочку, save видео, и все, наше видео сохранилось. Теперь это видео можно загрузить в Лайк и ТикТок. Заходим в Лайк, выбираем нашу музыку, под которую мы снимали. Нажимаем присоединиться. Выбираем наше видео. Увеличиваем его до нужных размеров. Продолжить. Можно добавить эффекты, но я ничего добавлять не буду. Мне и так нравится. Пишем хэштеги. Снежный снежок, популярная, лайк, wake up и клихинт. Пост! Ну что ж, ребятки, на этом все. Я очень рада, что смогла поделиться с вами этим трюком. Ребятки, обязательно снимайте подобные видео, пишите хэштег Снежана Снежок. Я обязательно зайду и лайкну вас. А мы с вами увидимся в следующих крутых видосах.